Ира, я, короче, меня в Майнкрафте, прикинь, забанили. Да ты меня задолбал уже со своим Майнкрафтом, я сломаю этот диск, чертовой да матери! Да не надо, И все, я ломаю его! Тихо! Нет, дайте! Дайте его! Нет! Все, хорошо! Ты мне надоел с Майнкрафтом, не хочу его пить! Короче, я не могу Майнкрафт больше играть, мне диск сломали. Дорогие друзья, всем привет! И перед началом видео я хочу сказать, что если ты, мой друг, как все эти ребята, именно все эти люди, зайдешь на сервер, сделаешь со мной скриншот и выложишь в группу, все в описании под видео, ты сможешь получить админку. Некоторые люди уже ее получили, поэтому заходи, действуй, друг, IP в описании под видео и играй с нами, нас очень много. Вот так вот мы видимся часто на сервере, вы сможете светиться на видео, и поэтому я всегда всех жду на своем сервере, друзья мои. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серж, и мы начинаем выпуск. Выпуск будет касаться того, что поступила жалоба на этого игрока, Family Наушник, и говорят, что он грифер, потому что я читаю жалобы от игроков на своем сервере, кстати, IP в описании, можете сами зайти, и все, сами будет. И сейчас мы будем ему писать, так, все, пишем, да? Так, давайте напишем. Здравствуйте. Вас беспокоит администрация сервера. Можно с вами как-то связаться. Вот, сейчас будем узнавать его скайп. Как бы, ну, так как я снимаю антигрифер шоу, да, я же не могу просто тупо с ним поговорить. Ты кто? Я админ сервера. В смысле, я кто? Я админ сервера. Давай скайп. Тупой чмошник, чё врёшь? Ну вот так, в принципе, игроки всегда делают, как бы ты пишешь, что ты админ. Конечно, у меня не написано тег, как бы, что я админ. В реале админ. Да. Добавьте в скайп. Да ё-моё. Добавьте в скайп. Ока, зачем? Ну да что ты? Скайпе поговори. Чё? Кранчик говно. А сам нет. О, так. Алло. 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 Здорово. Здорово. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы меня слышите? О, у чувака проблемы с интернетом. О, ну он опять звонит, стойте. Алло. Алло. Да что такое-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Вы меня слышите или нет? Слышу, слышу. Здравствуйте, здравствуйте. Чё звоните? Я администрация сервера Серджо Крафт. Я наконец до вас дозвонился. Я хочу вам сказать, что поступила жалоба на вас. Игроки жалуются и говорят, что вы грифер. Поздравляю, я не грифер, пока. Какой пока? Понимаете, мы сейчас будем устраивать вам проверку на сервере. Будем сейчас все осматривать здесь. Если найдутся факты нарушения законов сервера, вы будете наказаны. Да ты дурак, какие еще законы? Оскорбление админа сервера тоже карается законом. Мы не любим, когда на сервере оскорбляют людей. Так, устроим проверку. Не знаю, показывайте, что у вас есть. Ну, короче, смотри. Сиди сюда, смотри, это помидорки. Вот я выращиваю помидорки, вот, понял, да? Грифленые? Грифленые помидорки? Вы их загриферили? Не-не-не-не-не-не, я не закривил, я на воркшопе купил. Ну, я, конечно, некоторые этот, как его, добыл, а некоторые на воркшопе купил. Некоторые у игроков этот отжал и купил. Вот. Смотри, короче, вот это мой урожай, да, вон. Там лягушки, квакушки, вон там квакают, да. Ну пока я не вижу ничего, конечно, такого, что вызывает. Этот сундук это автоматическая ферма, вот. Если туда попадешь, тебя сразу же на мелкие кусочки раздробит в этот сундук, понял? Я понял. А что вот у вас дома? Вот
Смотри. Это тоже ловушка, тебя на мелкие кусочки раздробит, ты вон туда. Так это ловушка для грифер, для людей, что ли? Ты гриферишь? Так нет, это для свинюшек ловушка. Иногда сюда люди попадают, я не виноват. Но тут, видишь, нельзя пробраться, они тупые как-то попадают сюда, я не понимаю как. Ну ладно, а что у тебя дома? Ну, короче, вот дома, смотри, это кроватка, я тут лежу, такой валяюсь по-царски, да. Это тут сундучки, да, вот меня окружают сундучки. Вот, тут вещи, ресурсы разные, понял, да? И я убрал руку. Я администратор. Я могу проверять. Это мост твой? Ты строил? Да-да-да, это я строил мост, понял, да. Вот это «Добро пожаловать в мой дом» называется, вот. На это закрою, потому что «Добро пожаловать, идем за мной». Это что, все, весь дом, что ли? Ну да, короче, вот у этого надо смаскировать. Вот, смотри, вот, короче, тут флажки, все такое, вот белая хрень, вот флажки. Вот тут я, короче, зельеварением занимаюсь, а и так далее. А здесь что у себя? А там ничего нет, тебе туда нельзя, понял, все. Ну все, короче, я не грифер, давай, пока. Нет, я не понял, это что такое? Ты почему сломал сейчас эту штуку здесь? Погоди. Туда все, все доходы вот... Стой. Тебе нельзя. Так. Что здесь? Какие здесь доходы? Так, сюда приходят все, что вот с ферм идет. Я нельзя. Смотрю, можно чаровать. Так, 30 уровень, да. Ну, вроде все нормально. Здесь, ну, да? Зурит. Сюда нельзя, пожалуйста. Уйди, ну прошу, уйди. Куда уйти? Стой. Сейчас вроде здесь что-то другое было, или мне показалось? Нет, тебе показалось для красоты. Подожди, отойди. Нет. Ай, стой. Ох ты, твою же мать. Дурак. Ё-моё, это чё всё, это что? Это доходы, не ломай. Какие доходы, у тебя здесь всё в алмазных блоках вообще. И чё? Что? Ой. Слушай, это незаконно добытые. Это я как, администратор сервера имею право сразу сообщить об нарушении сервера, о том, что ты грифер. Наш сервер не любит гриферов. Мы не любим таких, как ты. Мы, как администраторы сервера, должны сообщить главному этому серверу. Ты знаешь, что главное этого сервера? Нет, не знаю, дурак какой-то. А ты по Владу стал. Главный сервер Серджа. Да мне пофиг, ты сюда по блату встал, ты не должен был стоять, понял? Какой да? Блату? Посмотри на свои... Ты где вообще? Иди сюда. Вот, смотри на свои сундуки, смотри на то, что у тебя больше этого ничего нет, ты понимаешь? А мне... У меня остались сбережения, я в эндерсундук все положу. И все. Если ты сейчас от меня телепортируешься, тебе будет плохо. Ай, да ты дурак! Иди сюда. Чистильщик нашего сервера удалит все эти ресурсы, они добыты незаконным путем. Все здесь незаконно и все здесь подлежит конфискации. Да не подлежит ничего, все, ты мне должен дофига денег, понял, да? Все, к сожалению, так вынуждены мы сделать. Потому что ты грифер. Да ты грифер, дурак. Че я тебе верну, все. И сейчас тебе будет сам... Главный администратор решает, что с тобой делать. Сейчас я ему напишу. Ты здесь стой. Если ты хочешь, чтобы тебя свернули, здесь стой. Сейчас будет суд над тобой. Ты понял? Ну, где? Сейчас позовем сам... Ты чё? Это главный нашего сервера, Серж. Да мне насрать, ты сюда, у него блатные все. Все админы блатные, все тупорылые дураки. Говно. Всё, жди. Сейчас я ему напишу. Так, вот я ему, собственно, написал. А сейчас он будет отвечать. Все по блату. По блату. Он сейчас на самом деле на спавне стоит, сидит как бы в своей штуке. Здесь всегда игроки. Сейчас. Ну давай, если твой не по блату, давай. Вот. Давай пусть. Вот сам Серджо пришел. Сам Серджо. Да он креатив, он бомж. Он креатив? Сейчас он будет судить тебя. Ва-ха-ха, если... Как ты думаешь, креатив может кикать людей? Угу. Да, может. Да, а банить тоже может? Банить не может. Ну, Седжи не может банить. Седжи не может банить? А дома может сетать креатив? Нет. Нет? У тебя с домом все нормально? Угу. Все нормально. Точно? Да, точно. Прям
Это ты сетнул, дурак, верни все. Я ничего тебе не сетнул абсолютно. Это все делает... Сейчас он будет над тобой вершить самосуд. Да пошел ты, дурак, это ты все сделал, креатив не может ничего делать. Креатив обычно это бомж. Ну ладно. Сейчас он тебя будет банить, он мне сказал. Не будет. Будет. Давай поспорим. Давай. Опять на меня кикнул ты. Тебя забанили на сервере, на тебя наложили великую печать бана. Я сейчас перезайду, и этот бан сотрется. Давай, спорим? Давай, перезаходи. Мне просто он кикнул, с причиной ты забанен, и все. Угу, ну зайди, зайди. Kick that wheels. Ну, зайти можешь? Да это можешь? Ты меня забанил, разбань, дурак. Не-не-не, все, я думаю, я сейчас брошу скайп, ты как бы больше мне не нужен. А, главная вот, задача... Я на тебя жаловаться, понял, буду. Не, дурак. Все, наверное, пока я тебе должен, да, сказать как бы? Ира! Я, короче, меня в Майнкрафте, прикинь, забанили. Дурак. Да ты меня задолбал уже со своим Майнкрафтом. Я сломаю этот диск, чертовый Майнкрафт. Да не надо, И все, я ломаю его. Тихо. Нет, дайте. Все. Дайте его. Нет. Все, харе. Да он и так не запустится, больше не надо. Ты мне надоел с Майнкрафтом, не хочу его видеть. Да блин. Короче, я не могу Майнкрафт больше играть, мне диск сломали. Кто тебе его сломал? Сестра. Сестра твоя сделала правильно. Дорогие друзья, ставьте лайк, если вы тоже считаете, что сестра сделала правильно. Пока, пока. Вот так вот мы сняли, дорогие друзья, с вами был Серджио, заходите на сервер Майнкрафт. Ребята, заходите на сервер, это я на самом деле, это я, вот если кто не верит. Вот, я иду на спавн, давайте, смотрите, кик, и вот, садимся, мы здесь сидим, а его сбра... Все, сейчас он добавлю. Заходите, делать скриншот, я всех жду на сервере, друзья, вот он я. Всем спасибо, всем пока. У-у-у!